С меня правда хватит, мне это все надоело. Я в полном адеквате, но всему есть свой предел. Куда так топишь, малая? Пожалуйста, сбавь обороты. Я все понимаю, скажи, может случилось что-то. Может быть, нам стоит отдохнуть друг от друга, а? Хотя бы неделю ты поживешь у себя. Я потусуюсь с парнями, обещаю, жестить не буду. Мы соскучимся нереально и снова все будет круто. Я надеюсь, что все будет круто, но в данную секунду мне охота убежать отсюда. Охота бежать, куда глаза глядят, бежать куда угодно, главное подальше от тебя. Это все неправильно, и что вообще происходит? Мне ведь все так нравилось, а сейчас всегда на взводе. Не виновата, по-любому тут дело во мне. Я же Леха Долматов, со мной всегда как на войне. Может быть, нам показалось, как в той старой песне. Мы плохого не замечали первое время вместе. Клянусь, мне было хорошо это время с тобой. Но задумайся, ты уверена, что это любовь? Помню, она плакала, а я смеялся над ней. Она прятала алкоголь, а я делал ей больнее. Я завалился спать, и как уехала, не помню. Да и похуй, завтра найду себе новую. Если закурю, то потужу, а в твое сердце дал ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, я мой вклад, твой стресс, топовое место, пробуй найти замену. Прикол не тут, если ожидаю камбэк и смотреть твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Доброе утро. Точнее, уже вечер, я одупляюсь, вспоминая вчерашний ситуэйшн. Помню, что был чем-то предельно выбежен, был в хламе полнейшем, но причины не помню вообще. Из-за чего поссорились, я тоже не помню. Из какого перепуга ее сейчас нету в доме? Почему я сегодня проснулся один? Почему она меня не разбудила? И я представил свою жизнь без нее. Как я буду тут один в этом доме моем? Звать пацанов поржать можно день-другой, но просыпаться одному не кайф, кто знает, тот поймет. Сейчас поеду извиняться, мне не привыкать. Я знаю адрес и милый букет в руках, и я верну ее, могу поспорить. Дом Гуфита, мадафака, зря вы на меня гоните. Если закурю, то потушу, а в твое сердце дал ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, я мой вклад, твой стресс, топовое место, пробуй найти замену. Прикол не тут, если ожидаю камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Если закурю, то потушу, а в твое сердце да ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, я мой вклад, твой стресс, топовое место, пробуй найти замену. Прикол не тут, если ожидаю камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти?